Привет. Сегодня у меня мукбанг. И да, я вижу разницу между телом и головой. Поэтому не надо мне показывать. Знаете, сегодня я буду кушать. Окей, я решил так, что у меня мукбанг будет раз в неделю. Больше я не буду делать, потому что я пытаюсь похудеть, а мукбанг не может быть здоровой пищей. Мукбанг должен, знаете, такой прямо, что прям слюни бежали. Смысл мукбанга, да, чтобы люди смотрели, им хотелось кушать, и они начинали, у меня собаки бегают, и они начинали кушать все вместе, чтобы прям слюни текли, такое даже, знаете, вредное, там жареная курочка, там, я не знаю, суши, что-то такое, прям, чтобы вся морда была в еде. Знаете, приехал я из Таиланда, и все, вроде отошел я от тайской еды, но так я захотел сейчас опять что-то такого junk and Asian. Привез я с собой limited edition spicy noodles из Таиланда. Это hot chicken flavor ramen. Это остренькая курочка. Остренькая курочка, лапша, и написано limited edition, но где написано? Да, limited edition, вот она. И ее надо варить сейчас 6 минут. Я сейчас пока сварю ее, поговорю с вами, у меня прям такое настроение хорошее. Please remove the water from the noodles, remaining 8 spoon of water, and put liquid soup into noodles, stir fry. Oh, okay. Это, вы знаете, она прямо сложненькая. Надо, значит, положить лапшу в кастрюльку. 600 мл. Варить 5 минут. Потом убавить почти всю воду. Добавить соус и жарить 30 секунд. И потом добавить там flakes. Ну, мы должны следить. Добавить flakes и... Я очень есть хочу, поэтому у меня сегодня две упаковки. Я очень хочу есть. Я голодный. Ребят, ну, очень долгое видео. Давайте что-нибудь вкусненькое тоже делать. И себе сейчас покушаем на это. Нет, далеко нет, камера стоит. Сейчас покушаем все вместе. Вкусно будет. Снимаю я. О, мой God. А, надо воду добавить сейчас. Снимаю ее сегодня на кухне. У меня синяки практически прошли. Мазал, практически замазал. Но синяки уже проходят, поэтому нормально все. Сейчас я залью водичкой и поставлю вариться и поговорю с вами. Знаете, захотелось прям без возможности. Захотелось до невозможности лапши. И она очень-очень острая. Если она мне понравится, я еще себе куплю. Знаете, если уж решил есть... Если уж решил есть вредно, то надо во всю эту идти. Какой макияж, да? Знаете, я обнаружился. Так, окей, я поставлю вариться, сейчас приду. Приготовлю палочки, все. Знаете, я нашел свои опять эти тени стила, да? Знаете, у меня как? У меня получается, идешь ты, ну как ее, волнами. Была у меня волна стила. И знаете, и в какой-то момент я вообще забыл про нее. И у меня, наверное, палеток 6 от стила. А я посмотрел, я даже забыл, сколько стоит, все, посмотрел. Она реально дорогая, наружу бутики будет. Вот сейчас у нее последняя, потом был у меня Colourpop, просто гигантская волна, когда скупал все подряд. А потом у меня был последний, это был Urban Decay. А сейчас у меня новая обсессия с Kat Von D, да, но стил я обратно обнаружил, и знаете, прямо доволен. Прикольный момент.
А у меня в пятницу выйдет. У меня получается так, на этой неделе у меня каждый день выходит видео. Завтра у меня столько посылок пришло от зрителей. У меня завтра такая огромная будет распаковка подарков от зрителей, что с ума сойти. Вы знаете, у меня каждый день выходит, сейчас будет выходить на этой неделе, бабочки летают уже. Каждый день у меня будет выходить видео, и в пятницу я сделал обзор косметики, которую я купил. Я купил много косметики для гивэуэя, который будет делать в субботу. У меня 20 тысяч, ребят, у нас целая комьюнити, 20 тысяч, целая такая семья единомышленников, ребят. И у меня в субботу будет гивэуэй. И я надеюсь, подойдут мои две палетки от Jeffree Star, от Kat Von D. Я заказал точно такую же контурированную палетку от Kat Von D. Заказал две точно такие же помады, потому что мой любимый цвет. Это будет косметика на giveaway. Мне будет в субботу только моя самая любимая косметика, которую я сам approve. Вот. И я надеюсь, дойдет у меня и Kat Von D, и Jeffree Star. Jeffree Star я заказал обе его палетки. Я себе не заказал, вам заказал. Вот. Но смысл не в этом. Про что я сейчас говорил? Стила. Я сейчас смотрю, и мне так сейчас поперло на стила. Просто сейчас в восторге опять от стила. Так что, вот. А, под стила у меня микс. О, боже мой, вот эта палетка, я вам в пятницу покажу, это просто нереал палетка. Я в таком восторге от теней NYX, это словами не передать. Так, сейчас посмотрю, сколько у меня там варится. Это чистый кайф такой. Она очень острая. Пью воду, потому что с острой едой невозможно пить что-то другое. Я чуть-чуть соуса попробовал. Я думаю, плакать я буду сильно сегодня. О боже мой, сплошной чили. Боже, ну это вкусно, конечно, ваша мать. Кажется, я скучал по остроазиатской еде. О, боже мой. Надо немножко соевого соуса. О май гад. Если они, конечно, текут, но вашу мать, как же это. Соевый соус немножко добавляет немножко соли и... Мне сейчас слезы потекут. Это сложный мукбанг, потому что сложно говорить, потому что очень остро. И поэтому я подумал, что будет отлично, если все дойдет у меня. У меня точно не дойдет пудра от Ben Nye, которую я заказал. Она идет из Dallas. Они только сегодня акцептировали мою проплату через PayPal.
Я 70 евро потратил только на пудру, знаете, и... я думаю, что, конечно... Ну, пудра не войдет, ну, хрен с ней тогда. Зато все остальное войдет. Все мысли вылетели, о чем поговорить хотел. Все, у меня начинает кикин ботокс, а теперь он в течение 2 недель же он начинает полный, ну, как говорится, полный эффект от него. Но уже вижу, что здесь, ну, немногие говорят, никогда не знал, что сюда колят ботокс. Ребят, колят туда ботокс, в носогубную эту. Не говорю, типа, почему ты не делаешь филлеры туда? Знаете, филлеры туда не делаю, потому что у меня нет больших морщин. А мне надо было просто вколоть ботокс, чтобы у меня расслабились вот эти вот парализовала мышцы, и у меня ушли вот эти перманентные вот эти две у меня морщины. Не морщины, а такие как, ну, начинающие, да? И лоб, конечно, начинает уже онемевать. Мне это очень нравится, потому что... Знаете, когда такая ситуация, что у меня... Особенно макияж начинал подчеркивать очень сильно морщины на лбу, да? Знаете, у меня генетически они не такие большие морщины, но вот у некоторых они уже в 20 есть, да. У меня больших не было, но я видел, начинал видеть, что у меня уже начинаются они проявляться, и поэтому сходил к косметологу, говорит, мальчик мой, 1 год 3 месяца тебя не было, слава богу, что пришел. Знаете, пришел, и я очень-очень этому рад, потому что... Чем раньше начинаешь, тем больше молодым остаешься. Вы знаете, многие типа, зачем тебе морщины идут? Вы знаете, морщины не идут никому. А не то, что вообще сделать себе каменное лицо, да, но... Это, знаете, реально, это у меня получается не мукбанг, это у меня получается острый еда челлендж, потому что, знаете, ёжики кололись, плакали, но продолжали жрать. Я на нее смотрю сам тоже, да? Ей 40 исполнилось в этом году. Знаете, как девочка, когда выглядит, ну дай бог, на 30, ну максимум 32, да? То есть, ну не дашь ей больше, если начнешь уже, знаете, прямо вружаться, да, вот, анализировать внешность. Потому что начала она колоть, она сказала, 22, что ли, или 23, да, то есть она превентивно делала это, вот, и результат видно, конечно. Немногие советовали, сделай в, как это, в слезный канал гиалуроновую кислоту, пропадут мешки.
Вот мешки мне нравятся. Мне нравятся мешки, даже когда, знаете, у тебя такой вид у тебя, знаете, с мешками вид у тебя такой, как будто ты как очень рок-н-ролльный получается. Мешки мне нравятся, но я подумаю, потому что гиалуроновую кислоту еще ни разу не колол. Но я думаю, она бы мне совсем не повредила. Немногие типа, пластических операциях, если ты их вообще делал. Вы знаете, я в своей жизни делал только три вещи. Ботокс. Ботокс я делаю уже. Это, наверное, моя за всю жизнь инъекция была седьмая. Господи, как горячо. Не горячо, а реально пост. О май гад. Твою мать. Делал я ботокс. Огонь не видит, не видите мне изо рта. Потому что я его чувствую. Делал я ботокс, это у меня, наверное, седьмая процедура была. Отбеливание зубов я не считаю. Делал я самое глобальное, что я делал над собой, это изменение hairline. У меня была пересадка волос, берется с донорской зоны и выравнивается линия. На волос мои не... Волосы не теряем, но не нравилась моя линия волос. Делай это я, когда мне было лет, наверное, 11 назад. Делал я в Швеции, в городе Лунд. Это 5 километров от Копенгагена. Это мучение. И да, делал я себе увеличение губов. Когда мне было, наверное, лет 20. Но когда я приходил, мне доктор говорил, зачем у тебя твои губы не хороший объем, тебе не нужно это совершенно. Она была права. Поэтому делал я два раза себе увеличение губ. И на этом я остановился. О май гад. Ребят, первый мукбанг, который я не закончу. О май гад. Окей. Секунду. Окей. Мой первый мукбан, который прошел, пошел реально не так. О, вау. Взял мороженое, потому что не могу. Окей, это был острый, и я не удивляюсь, почему он limited edition. Потому что нереально. Это у меня ванильное мороженое с соленой карамелью.
Вау. Кто бы думал, что может быть эпик фейл, когда ешь мороженое, ешь лапшу. Но мороженое хороший анти этот, как его, poison, потому что он ведь нас сужает, да? Вот восьмой. Мои косметические процедуры. Мне остальное все в себе устраивает. После этого это просто кайф. О, вау. Знаете, я люблю острое. Но это был реально не в состоянии. Кто бы думал, провалю мукбанг, да? Знаете, у меня столько отличного фидбэка идет от зрителей, от вас. Самое интересное, когда ты смотришь, вот давно смотришь уже блогеров некоторых, да? Сейчас, когда начал сам вести свой блог, да? Оказывается, они тебя начинают смотреть тоже. Если она девчонка на ютубе, мне очень нравится. Дивалина. У нее две хаски, она такая клевая, она такая, знаете, мне кажется, ее не править ничем, потому что у нее такое, знаете, отношение ко всему, она очень-очень спокойная человек, да, она любые вещи рассказывает, а, знаете, все уравновешено, размеренно, знаете, вот bulletproof. И у нее две собаки, хаски, она их так любит. Вообще, для меня, для собачника, да, когда люди любят собак, это просто вау, это говорит очень о многом. Допустим, этой неделе, где я весь развалился на камеру, она пишет мне, типа, да уймись, ты, все нормально, все тебя поддержат, и все будет хорошо, не обращай внимания на хейтера. И знаете, огромное спасибо всем, кто поддерживает, но так приятно, когда блогер, которого смотришь, да, пишет тебе, говорит, уймись, все хорошо. Вообще кайф. Вау, вот этот мукбанг, конечно, провалился жестко. Я решил снимать не больше мукбанга в неделю, потому что многие любят. Вы знаете, я решил как, знаете, сесть на диету. Ну, немножко, мне надо скинуть немножко, ну, вообще, потерялся я вообще. Но ситуация в том, что невозможно вот сесть, да, на диету, да, и ты сойдешь с ума, потому что надо иногда сорваться. Вы знаете, мукбанг для меня раз в неделю будет отличный чит-дэй, когда я могу сорваться и не чувствовать себя виновата, потому что это надо, потому что людям нравится, и ты вроде как тебе даешь окно, чтобы расслабиться. И поэтому буду себе позволять делать раз мукбанг в неделю, потому что иначе я сойду с ума. Все, купили мы дом. Этим летом, прошлым летом. Заказали мы новые камины, все, пришли нам, я же нам говорил это в каких-то своих прошлых видео. И пришли нам устанавливать их. Я говорю, у вас есть потолок гнилой. Вот у нас две огромные гостиные в одной из них. И у нас застраховано, и у нее застраховано, вот у женщины, которую мы купили дом. То есть, если какая-то недоделка в доме, страховая компания покрывает. Покрывает все. Переделку, адвокатов, если нужно, суд, все. И вот наша, как называется, страховая компания ругалась с ее страховой компанией, не нашли компромисса,
И вот мы идем в суд. А я непонятно почему, потому что это очевидно было, что какой-то оценщик, по-норвежски называется таксман, и он оценивает дом перед продажей. И все недостатки он должен описать в бумаге. Гнилой потолок он не обнаружил. Вот, и поэтому мы сейчас пойдем в суд, оплачивается все наша страховая компания, но, как говорится, головная боль. Но без этого никак. У меня хронически перегревается камера. Вот еще одна проблема для съемки, твою мать. Мороженое, сливочное мороженое с соленой карамелью внутри. Вот такие вот у меня новости. Ну, я сложно снимать видео, когда не можешь сконцентрироваться, потому что камера постоянно перегревается. Короче, я сейчас буду звонить вам в сервисный центр и говорить, что за вашу мать такое. Камера у меня отличная, мне очень нравится эта камера, но последние эти сплошные перегревы, не могу снимать больше 5 минут, она просто вырубается у меня. Поэтому... Ну, если спрашивают, что это за камера? У меня Sony Alpha 5000, у меня 2 съемных объектива. Один, с которым я шла, а один был 50 миллиметров. Это портретная съемка, которая делает очень blurry этот background, размытый. Вот, но... Она больше 15 минут не снимает, надо постоянно нажимать через 15 минут. А в последнее время она стала перегреваться вообще. То есть... Мрак. Спасибо большое, ребят, что покушали со мной, посмотрели на мои страдания. Это было реально очень сложно кушать. Вау. Первый раз в жизни я не смог доесть острую вещь. Если вам нравятся такие видео, обязательно ставьте палец вверх. Вы знаете, единственное, что блогер, по идее, может получить, это от зрителя, это палец вверх. Это всегда настолько приятно, что словами передать. Ну, по крайней мере, сыт, знаете, что... И знаете, хорошо, когда вот вредную еду ешь, надо вот, знаете, съесть, чтобы, знаете, сбить оскомину, и все, несколько дней ты можешь идти нормально, знаете, не страдая, что ой, хочется что-то сожрать такое вкусное, а нельзя, потому что на жопу все осядет. Вот. Прям реально кайф. На лице мне сегодня бары Minerals, потому что у меня было потемнее тональная основа, что синяки все равно еще остались. И все равно видно. Помада у меня Милани, которая сожралась от этого, от этой термоядерной лапши. И тень у меня сегодня стила. Все, ребята, огромное спасибо, что посмотрели со мной. Огромное спасибо, что покушали. Обязательно ставьте палец вверх. И до завтра.